И чё? И стоят, как обычно. Ну и хватит там запрыгнуть. Он один полезет только. Он нам сейчас потом делает, да? Вот включит, вот еще включит настоящий. Знаешь, это он такой родительский. Эй, пожарник, улыбнись, я скрываю всю открытую камеру. Сейчас он мне на телефоне, походу, лазит. А? Он этот прошел, шланг бросил, вошел, он так посмотрел на нас. Он туда залез. Которые в игровую причину уйдут. Вот что, мне надо раз потом делать, и мне потом еще работу дают. Нахрен он знает, сейчас я на другом стану. Thank you.
подружке, и тебе, кстати, там муж тут работает. Пожарник. Но надо было еще притвориться перед ним, чтобы там не прохнуть. Чтобы нас раз так вот на скорую раз вывели. А, он запрыгнул. Что-то на компьютере там бывает. Что там? Сейчас, раз, вода год кончилась. Отлично. Видишь, вот так вот, не тушите, вода кончится. У меня дом-то горел. Стояли просто так пожарники смотрели. Я им говорю, что вы дебилы, что ли? А одна подходит ко мне, что говорит. Да успокойся, тебе говорит, круче дом дадут. Зашибись. Нормально? А у нее сам дед живет там, в этом доме жил. А они сами смотались уже из этого варенья. Машите ручкой. Она что привязана была это? Куда он прёт, не пойму. Там нет ничего. Стоян. Боится, сейчас как долбовил. Тихо, там тихо. Да, бьёт. А там не наливает, видишь, он шел там пустой. Это он делает вид. Хороший этот, да? Пожар. Ну, сырочки. Это надо сделать, когда радугу целую. Это надо делать в выходные, а не сейчас, когда вон 50 человек всего. Ну, когда народу-то много, надо здесь. Ну, Ишир говорит, будет раз в неделю проверить. Раз в неделю? Ну, не в понедельник, это надо хотя бы пятница, в субботу, например. Блин, субботу народ волнует, больно это. Ну, хотя бы суббота один раз. Нет, хотя бы каждый раз в неделю, например, там, первый понедельник, да, завтра, на следующей неделе, например, во вторник. Через след на следующей неделе уже в среду, и вот так вот продвигали. Надо один разок, чтобы люди бомбануть, чтобы уже знали. Что это такое? Это люди будут сидеть и ржать, да? Ага. Ну вот у нас сегодня женщина с мужиком, с ребенком. Она, знаешь, что учила? Она ребенка спокойно так одевает, отражает, все везде застегнула. Хотя ей надо бегом прям подмышку взял, бегом побежал с одеждой, а там пошла. Видишь, там какой в этом-то был в Кемерово дымовал? Там вообще пипец, там все сразу задохнулись. Сначала начали ждать их, сейчас их спасать не спасут, когда начали выгорание. Сейчас замерзли, у меня ноги околели. Я еще простужусь, не дай бог. Это еще было бы нам, надо было нам заранее как ботинки ходить, найти. Убежали. А я сам говорю, надо подпустить. Ага, и в ботинках лучше ходить вообще в игровой. Чтоб потом сразу раз убежал. Ну что? Поехала.
я специально для работы делала, чтобы раньше. А сама знаешь, что у меня на газету берет. И не тороплюсь, ага, но все равно у меня на газету берет. А теперь что про пылесос пьют. Тетка там вышла из этого, из этой, из радуги. Че ее? Сидели и дали садика. Если у нас туалет была. Я бы сигарету в рот взяла. А? Она шепчет. Хотя я Ирину не вижу. Знаешь, что помогает от этого угарного газа? Когда ты думаешь, что я влажно. Не влажно, все пропускает. Эти лайфхаки пишут в интернетах, типа, и одна женщина, как в пожарке, напишет, типа, дай, короче, просто вот на тряпочку надо в туалет сходить и приложить ее к рту. Вода пропускает, все равно тебя хватит ненадолго. А так есть еще шанс. На матче, а мне кажется, на матче и задохнешь, чтобы ты. Сейчас загорится. Целый, 50 там.